по-русски. Только что я его попросил сделать специальную картину для меня, которую я повешу у себя дома. И вот он ее делает. Я уже купил. А, вот, не буду открывать. Но вы, если сходите к Мартису домой, вы обязательно увидите. Все делается прямо за несколько минут. Прямо в на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Посередине ночи. Совершенно не знаем, что получится. Но выглядит потрясающе. Это звезды. Что-то. Но это неправда. На самом деле она стоит намного-намного дороже. Все, что я могу сказать, то, что эта картина должна быть связана как-то с Нью-Йорком. Но пока никакого Empire State Building я не вижу. Сейчас увидим. Ты определил, что он русский? Он мне спросил, говоришь по-русски? Наш акцент здесь моментально вычисляют. На Брайтон-Бич вообще. Он слышал, как мы разговариваем. Я надеюсь, я ему не мешаю. Thank you.
можно увидеть себя. Все в прямую трансляцию. Но здесь намного интереснее. Супер! Как тебя зовут? Миша. Вот когда Миша станет как Пикассо, я продам это обратно за $1 миллион. Не меньше. 2010 год. Ну там написано.